Добро пожаловать на наш канал! Сегодня готовим имбирное печенье с корицей. Для приготовления вам понадобятся такие компоненты. К пшеничной муке добавьте разрыхлитель, а затем просейте. Добавьте щепотку соли, 2 чайные ложки молотого имбиря, 1 чайную ложку с горкой молотой корицы и щепотку молотого черного перца. Тщательно все перемешайте. Соедините куриное яйцо и сахар. По желанию добавьте 2-3 чайные ложки меда. Взбейте смесь до однородности. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и тщательно все перемешайте до получения однородной массы. Получившуюся смесь добавьте к сухим компонентам. По желанию, для получения более насыщенного имбирного вкуса, добавьте также 1 чайную ложку натертого корня имбиря. Тщательно все перемешайте. Вымесите смесь и сформируйте шар теста. Заверните тесто в пищевую пленку и поместите в холодильник на 25-30 минут для охлаждения. Затем присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто до толщины 4-5 мм. Придайте печенью желаемую форму, используя формочки для печенья или нарезав тесто на кусочки. Поместите печенье в холодильник на 15 минут для охлаждения. Охлажденное печенье поместите в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 8-10 минут до золотистого цвета. Готовое печенье по желанию украсьте глазурью или разрисуйте сахарными карандашами. Имбирное печенье с корицей готово. Приятного аппетита!